парень он геройский. А рост? Ну что ж рост? Недаром говорят, что мал клоп да вонючий. Геройством берете, как все равно этот самый полководец. Ты древнюю историю изучал когда-нибудь, Некрасов? Чего не знаю, того не знаю. Хвалиться не буду. Напрасно не учил Некрасов, напрасно. Вот, к примеру, в старину был такой знаменитейший полководец Александр... Вот чертова память. Александр... Суворов? Да никакой не Суворов, а той. А, Александр Македонского. О, какая его фамилия, хай ему сто чертил. Так вот уж первая заповедь ее насчет противника была такая. Пришел, увидел и наследил. А, наследит собачий сын бывало так, что противник после этого лет сто чихает и как не опомнится.